Микст. Он там! Быстрее туда! Привет! Сегодня мы поиграем в симулятор пердежа. И если ты собираешься пить чай или покушать, то я не советую тебе этого делать, потому что здесь полный атас, ты только глянь. Здесь все пердят. О, божечки, как меня пердежом-то откинуло. Едят бобы, пердят и растут. Растут в плане пердежа. О, божечки, это же какаха. О май гад. О, увернулся. Чувак, ты такой мелкий, я так перданул. Нифига себе. Что это было? Каким макаром ты меня так выкинул? Оу! На старт, внимание, марш! Надо тоже попробовать попердеть. Вот это ж надо же было придумать такой симулятор. О, да нифига себе, ты смотри, я ем бобы и расту! Какой я мощный-то уже стал. Интересно, а если я сейчас фартану? О, это шавуха, вонючая шавуха, надо ее съесть. О, как я вырос, мощно! А, блин! Не заметил какаху. Мины. Какаха — это мины. На них вообще категорически нельзя вступать. Ногой. Так. Раунд финиш. И нас смывает в унитаз. А, так это Ази. Батали в унитаз. Вот это фантазия у автора, вот честно. Прикольно. Так, все начинают с ободка унитаз. А, так действительно, ты только глянь, мы в унитазе играем. О, жесть, мы как маленькие микробы, так этот унитаз еще и в космосе находится. Фарт-атак. Конечно же, сюда собрали всех самых вонючих игроков, самых вонючих людей, чтобы они не травили планету. Эх, планетка. О, начало, все. Наша фартовая планетка в унитазе собралась. Мощным пердежом я улетел. Хочу эту штуку съесть, хочу. Что это было? Подождите, я чуть не понимаю, что это за штука была. Так, в общем, надо попердеть. Я пернул и сдулся. Ой, жесть, вот это режим. Я не могу с него, я с него балдею. Так, бобы, есть больше бобов. Чувак, лови. Вот так вот тебе. О, это, что это такое было? Даблкил. Кого убили? Меня и... Или это, может быть, я кого-то грохнул? В общем, не важно. Так. Вылетаем на разбитое сердечко, где куча рулонов туалетной бумаги. Ай, блин, шавуху съел. Ладно, едим бобы. Вот так вот вам. Оу, нифига себе, как я его скинул. Да, есть. Первая моя фартовая атака. Прошла удачно. Так, едим бобы. Девочка, зря ты тут стоишь, Вот так вот подходим к девочке и... Как она улетела! Ой, опасно стоять тут. Надо убегать. Так. Помимо фарта у меня здесь есть еще и другие штуки. Блин, не в ту сторону. Так, у нас есть противогаз, есть мины. Давай мины поставим. Вот так вот, миночки, боже ж ты мой, что я творю на этой карте. Какие кучки! Ой-ой-ой-ой-ой. Никогда не думал, что буду увлекаться такой фигней. Так, шавуха, сейчас. Подправим фарту себе. Чувак, зря ты тут ходишь, сейчас я тебя снесу нафиг. Вот так вот. О, капец, промазал. Таким фартом мощным и промазал. Жесть. Ладно, поднаедимся сейчас. Да что ж я так мажу-то? Так, в мину кто-нибудь наступит, нет? Вот так вот тебе, давай. Блин, да ладно, он что, перепрыгнул ее? Я был уверен, что он наступит в мою мину. Так, девочка, ты такая большая. Капец. Ее пук, точнее, мой пук ее не снес. Да уже. О, шавуха мощь. Да что ж такое-то, а? Все мимо да мимо. Вот вам мины. О, я вовремя одел противогаз, но меня это не спасет. Блин. А вот это что за штука такая? Надо посмотреть, что это. Что это такое? Одеваем масочку. Я в стелсе, я невидим. Прикольная штука, я как ниндзя. Ты только глянь. А, ну она временная. Будем знать, учтем. Все учтем. Так. Вот так вот тебе нафиг. Блин, не улетел. Такая мелкая. Ты слышишь, как это сейчас прозвучало? Так, а это что за штука такая?
Опачки, съел капусточки. Усилил свою способность. Special power. Ну-ка, еще если капусточки 7. Да, special power растет у меня. А, также здесь есть другие способности. Давай посмотрим на другие. Что я могу здесь изменить? Маска мы видели. Какухи мы знаем, что такое. О, фартайк. Это, короче, вихри из фарта. Но чтобы их купить, нужно 500 баксов. У меня сейчас 849. Давай посмотрим, что еще есть. Есть какие-то таблетки или что это? Буррито. А, буррито. Это буррито. Это, кажется, не шавуха. Это буррито было. А, вот они, фартанадо. Но они стоят 1500. Вот они. Вот это вот торнадо. Нет, я это сейчас себе позволить не могу. Панами. Это, короче, какахи и цунами. Нет, это не хочу. Оу-оу, ливень из каках. Это 6, чего тут только нет. Ладно, давай вот эту вот возьмем. Это, по-моему, единственное, на что у меня хватает пока. Ай! Нас смыло в унитазе, пока я тут готовился. Черт. 1, 2, фарт! Погнали! Надо бобов. Бобов надо наесться. Вот эту штуку проверить надо. Что это такое? Ууу, нифига себе. Вот это мощно было. Это ж как я так землетрясение-то устроил. А ну-ка еще разок. Хотя здесь не с кем. Некого пока землетрясить. Ты только глянь, какая там шавуха. Бегу. Блин, не запрыгнуть. Вот так вот. О, так нифига себе, у меня двойной прыжок есть. Ну-ка, офигеть. Я и не знал. Вот так вот. Я теперь как супермен, бугермен только. Могу летать на своем пердеже. Вот так вот. Ништяк. Наедаемся, 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 набираем сил, набираем газку. Левел ап. Так, девочка, землетрясение тебе. Во-во-во, валится, валится. И еще вот так вот тебе. У-у-у, нифига себе, ее выкинул. Дабл килл, мощно. Ай-яй-яй-яй-яй. Успел, 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 успел. Оу, ё-моё. Ты что здесь заминировал? Зачем так много? Ладно, землетрясением сейчас его скинем. Опасная мина. Блин, его даже не столкнуло. Офигеть. Крепкий типок попался. Ладно. Сейчас мы с тобой, короче, заминируем вот эту площадочку. Где мои какухи? Текс. Ну, мины кончились. А, силы не хватает. Все, я понял. Всего одну кучку сделал. Вот же, блин. Надо побольше, побольше наесть бобов, и тогда я смогу побольше сделать кучек. Ну, конечно, это же естественно. Если ты мало ел, то и кучек будет мало. Вроде бы поднаелся. Сейчас вот эту вот площадочку заминирую. Хопочки. Хопочки. Лети отсюда. Ой. Фух. Я думал, что я его снесу своим мелким пуком, но оказалось, что не смог. Здесь очень не хватает тактики. Сейчас мы ее придумаем. Пердежная тактика будет называться моя разработка. Так, едим шавуху. Тьфу ты, это ж буррито. Все, не могу ее. Вонючая буррито. Все, кажется, что это все-таки шавуха. Ладно, это не важно сейчас. Вот так вот вас всех тут нафиг. Девочка улетает в космос. Йоу, бинго. И парень, парень, ты сейчас тоже полетишь. Сейчас, 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 сейчас. Капусту захотел, да? Вот тебе капусточки. Блин, не полетел. Да что ж такое-то, как так? Да блин! Есть, хоть одного скинул. Нормас. Я уж думал, все, грусть, печаль. Никого не смогу выкинуть за борт. Вот так вот вас двоих. Дабл килл. Мощно. Газочку поддал. Ребятки улетели. Оу, нет. Битва с боссом. Босс какаха. Ты видел? Оу, опасная тема. Слушай. Вот это нежданно-негаданно. Сейчас будем, короче, босяку какаху мочить. Вон она, смотри-ка. Жесть. Ну и фэнтези. Ё-моё, ё-моё, накрывает волной. Фух. Сюда не снесло. Туалетная бумажка помешала. Знаю теперь, как ее мочить. Нужно, короче, пукать вот в эти рулоны туалетной бумаги. И вот так вот лупить его. Так, один заряд пошел. Сейчас еще вот этот вот попробую. А нет. Он спрятался в воде. Где же он вылезет теперь? Ждем этого босяку. Вот тут вот, где пузыри, наверное, он здесь сейчас вылезет. Да, я прав? О, да. Лови туалетную бумагу. Блин, что-то мало урона наносится. Вообще капец как. Так,
наводнением пошло. Фух. А, время подходит. Подходит время, и мы, кажется, не успеваем его вальнуть. Этого босса какаху. Все. Фейл. Короче, мы не смогли спасти мир. Теперь на мир обрушится куча-куча... ну, вы понимаете, чего. Вместе с этой громадной какахой. Но тем временем мы накопили $1500. И стоит прикупить себе вихрь. Наконец-то мы его покупаем. И сейчас посмотрим, на что способны наши вихревые вонючки. Вихри мои, вихри. Сейчас я пускану. 70 силы требует. У меня как раз там почти 200. На комбо испробовать это. Где же вы? Кто оценит мои вихри? Вот, наверное, девочка. О, нет. Промахнулся. Ладно. Тогда давай вот туда. Вот так вот. Да что ж такое-то, а? Это сложно, сложно. Ничего не скажешь. Тогда вон туда. Еее, зацепило. Вот это тактика. Мощно. Нужно, короче, напередок стрелять. Немножечко вперед. И тогда все будет огонек. На, прокатись! Юху! Блин, все-таки не снес я этого великана. Сейчас, по-другому попробуем. Девочка, иди сюда. Ну, девочка. Ну или мальчики, неважно. О! Дабл должен быть, да как так-то, ё-моё! Вот тоже валяется, сейчас мы ему поможем. Вставай, дружище! О! Как раз сейчас искупнется в холодненькой водичке, проснется. Ну иди сюда. Нет, с тобой я не буду. Ты слишком большой. Надо шавухочку съесть. Прощай, девочка. Воу, как она полетела, но не до конца. Поэтому она не... Она еще живчик. Живчик. Надо вихря запустить. Вот так вот. Воу, кого-то там... Кого-то умудрился даже снести. Так, вы попали в мою ловушечку. Сейчас. Не уйдете отсюда. Давайте, выходите сюда. Ну, выходите. Вот так вот. Девочка того, а я... Живчик, Да, блин. Девочка, ты что такая бронебойная-то, а? О, кстати. Смотри-ка, я здесь еще могу спецэффекты своего пука менять. Ну-кась. А, ну естественно, это все деньги стоит. Ну вот за сотку могу, за 300 котят могу сделать. Давай котятами, что это же? Это же прикольно, котятами. О, как это мило. Котейками попердывать. К сожалению, пахнут эти котейки не так, как котейки. Ну что ж. Котейская вонища сейчас тут. Вон, у кого-то такие вот пуки. Ладно, сейчас. Дружище, на, понюхай. Оу! Котейки жжут! Так, а что там я еще могу прикупить? Блин, ну это 1000 стоит. Килл-эффект. 1000 на килл-эффект потратить? Не-не-не-не-не, слишком много. Че это за штука такая? Че-то я не въезжаю. А, нифига себе, это пацан какой-то купил себе куча буррито и просто их наедался и рос до огроменных размеров. Жесть, ну он типок. Вау. Меня чуть шляпник не сдул. Ай-яй-яй, что это такое? Нет. Фух, кто-то волну пустил. У кого такие крутые, мощные пуканы, что они волну пускают грязевую? Я хочу так же. Так, ребятки, вас тут слишком много. Освободите площадочку, пожалуйста. Вот так вот. Минус один. Ой-ой-ой-ой. Шляпник бежит. Буриту съел. Нет. Ладно, надо десантироваться на какуху. И с какухи десантироваться вон на тот островок. А то он сейчас меня пуканом сдует. Так, ну бас. Иди сюда. Ага, хотел сдуть меня. Давай в ту сторону лети. И есть. Красавай-лей. На-на-на-на-на. Так, хорош минировать тут территорию. Иди. Прогуляйся, блин, промахнулся. Заминировал всю площадку, засранец. Ну все, ребятки, пора заканчивать. Я истощен, я просто изгазовался по полной. Это трэш-игра, угарная.
Здесь можно попонатеть, поугарать с другом. В общем, если вам понравилось, то есть тебе обязательно лайк, подписка, если ты не подписан, и комментарий. О нет, я утопился в унитазе. В общем, всем пока и до нового видосика. Ю-у, я лечу, как Супер Бугермен.